Лоренцо Великолепный прислал меня из Флоренции, чтобы уладить одно незаконченное дело. Я ищу Якопо Пацци. Ха! Как и все. Мы ищем днями напролёт. Выходит, у меня есть вещь, полезная нам обоим. Это список его сообщников. Хотя бы один из них доисповедуется перед смертью. Отлично. У них нет таких средств, как у Якопо, а значит, их будет легче найти. Я немедленно отправлю своих разведчиков на поиски. Спасибо за помощь, дядя. У меня есть еще кое-что для тебя. Новые страницы кодекса. А, посмотрим, что они нам скажут. Что это? Какой еще пророк? Что там, дядя? Черт побери, это еще одна загадка. Примерно можно перевести так. Это откроет только пророк. Еще упоминаются две частицы Эдема, но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем. Ищи другие страницы, малыш. Дядя, займемся этим в другой раз. Мне нужно выполнить поручение. Как угодно. Но если ты рассчитываешь победить этих бастардей, тебе нужно еще кое-чему научиться. Встретимся на тренировочной площадке. Итак, Эцио, ты умеешь выполнять контрудар. Но что, если твои враги тоже это умеют? Обычно у них не остается на это времени. Громкие слова, плохая защита от мечей тамплиеров. Так покажи мне, что нужно делать, маэстро. Теперь уходи. Филио ди Троя, отправляйся прямо в ад. Эх! Бен, а теперь еще раз. Гораздо лучше. А теперь еще раз. Давай еще раз. Бедняга. Умер, подчиняясь чужим приказам. Еще раз, Эцио. Отлично! Ты снова превзошел мои ожидания. Сеньор, мы нашли людей Якопо и готовы нанести удар. Передай моим людям ничего не предпринимать, не переговорив с Эцио. Интези? Будет исполнено. Эцио, отправляйся к моим наемникам. Возможно, кто-то из приспешников Якопо наведет тебя на след. Но будь осторожен, они поджидают тебя. А, вот и ты. Слушай, мы нашли Стефана де Баньона. Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Помолимся, брат. Но что же нам просить? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересуют наши дела? Подумай головой. Но если это помогает тебе убить время, то, пожалуйста, обманывай себя и дальше. Ты богохульствуешь? Нет, правду говорю. Но отрицать существование Господа... Это единственный рациональный ответ на заявление о том, что на небе живет какой-то невидимый безумец. Судя по тому, что написано о нем в твоей драгоценной Библии, он точно спятил, уж поверь мне. Да как ты можешь? Ты, кто носит одежды священника? Только потому, что они помогли мне подобраться к Медичи. Выбирайся, пока я не кликну страх. Это точно. Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего.
Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удары за угла. А теперь у меня будет собственная армия. Это мне нравится. Командир сказал на восток. Вы заплатите за то, что бросили свои посты. Немедленно! На! Туда, быстро! Тебе нельзя здесь находиться! Бойцы, готовьтесь! Ассасин рядом! Нужно открыть эти ворота. Он не тот. Я предупреждал тебя! Вы вечно твердите об одном и том же. А следовало бы. Неплохо ты устроился. Несешь чепуху, пока другие за тебя умирают. Я человек благоразумный. Что скажешь на такое? Уходи, и я отзову своих людей. Извини, друг, но ты мне нужен. Твоя участь решена. Разорвите его на части! Залейте пол его кровью! Это не очень-то вежливо. Что такое? Стража, ко мне! Ах!
где Якопо? Он знает, что ты ищешь его. Он выходит только по ночам, чтобы встретиться с остальными. Я хочу знать не только когда, но и где он. Вера должна приносить утешение, а не боль. Покойся с миром. Салюты, Эдсо! Антонио Мафей укрылся на вершине самого высокого здания. Сыплет оттуда поровну пророчествами и стрелами. Похоже, совсем спятил. Что еще хуже? Он окружил себя лучниками. Чтобы подобраться к Мафею, придется разделаться с ними. Спасибо за сведения. Жителям Сан-Джиминьяно предписано соблюдать все стандарты при чеканке денег, в том числе относительно чистоты металла и веса монет. Нарушителей ждет суровая кара. Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Прольется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень он на траву. Ибо имя Господа прославляет, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути... Изыди прочь, демон. Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты, я. Пусть твое тело и разум, наконец, обретут покой. Покойся с миром. Эдсо, наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. А ты, Монотиция. Говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но враг сумел бежать. Мы полагаем, что сейчас он в Сан-Джиминьяно. Ва бене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Я знаю как. Неси же ты смерть, добрый господин! Не нужно торопиться. Он устанет, забудется, потеряет бдительность, погибнет, все будет в порядке.
А если он все-таки придет? Если это случится, я пойду дальше. Нигде не буду задерживаться. Только как же спать? Когда же спать? Где же спать? На сторожевой башне. Они решат, что я спят. Они не знают. Да, я заплачу им. Он здесь! Я знал, что ты придешь. Где Якопо? Хочешь сделать с ним то же, что и со мной? У тебя еще есть возможность умереть с чистой совестью. Мы собираемся в церкви, когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам. Тогда в списке появятся новые имена. Проклятие! Лучше я пойду отсюда. Наша земля. Убийцы не признают границ. Большие, сильные мужчины. Сколько людей виновны в смерти моего отца? Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог, но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Я уж не говорю о том, что Флоренцией по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Скорее уж, голосом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Хватит. Мы доверились твоей семье, но взамен получили только ленивых неучей! Тебя призвали к ответу, а ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас! Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Я знаю. Нет. Прошу. Не надо. Что не надо? Я все исправлю. Пощадите меня. Нет. Что за дрянь?
Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Ха! Вы только послушайте! Иди, друг, не зная усталости и страха. Покойся с миром. Пацы мертвы. Все до единого. Должен признать, что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио, спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Лоноре мио, сеньоре. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет, Ля Белла Венеция. Эцио, коли так, туда тебе и предстоит отправиться. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебе подарить. Этот плащ – знак того, что ты друг Медичи. Пока ты носишь его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Но помни, это не дает тебе права нарушать закон. Да пребудет удача с твоим клинком. У тебя что-то болит, друг? Радонату напоминает всем Я высокие цены, но товары того стоят. Я... Леонардо! Леонардо! Мидис пьячи, мессер, но его нет. Дворянин из Венеции пригласил маэстро к себе, чтобы тот написал несколько картин. Знатный господин даже оплатил перевозку всей мастерской Леонардо. Это большая удача. Грация мили, друг.